Сотни заездов и еще больше эмоций. Этими запомнили соревнования гребцов на летней спартакиаде учащихся. Барнаул на несколько дней стал точкой притяжения сильнейших гребцов со всей России. Это почти 300 участников. Часовой пояс – главная проблема многих команд. Вставали мы в 6 часов утра, чтобы хоть немножко приблизиться к нашему 10-часовому поясу. И выходили уже в 7 утра на воду. Тренировались, сдвинули себя, ну, потерпели, поработали. И вот результат нам заставил долго ждать нас. Именно гребцы московской сборной чаще поднимались на пьедестал. Что касается наших побед, серебро и бронза. Пара Дарья Лободина и Элина Перединка дважды поднимались за долгожданными медалями на дистанциях 200 и 500 метров. Эти старты еще раз доказали, что на спартакиаде сильнейшие спортсмены России. И золотую медаль можно упустить за долю секунды. На протяжении 3 месяцев скатывали, тренировали, но на 200 нас слегка зарулило, не получилось заехать первыми. Буквально пару миллисекунд проиграли первое место. Завершилось все яркой церемонией закрытия, награждение лучших, творческие и даже экстремальные выступления. Одним словом, организаторы сделали все, чтобы эта спартакиада осталась в сердце каждого спортсмена. Дмитрий Дроздов, Мария Костылева, Андрей Печоркин. День с толком.